Друзья, всем привет! Давно не виделись с вами по обзорам. Итак, колоночку хочу вам показать. Моделька М29 Мива. 60 ватт, как заявляет производитель. Идут в трех цветах. Серый, синий и черный. Так, смотрите. По размерам. Давайте сейчас мы сразу замерим. Сейчас ставим флешку, покрутим. И немножко включим, ну разберем, то есть как они выглядят. Ну, короче, смотрите, для начала, как он смотрится в руке, да, чтобы она как бы не маленькая совсем, ну и небольшая, ну такая вот, вот средняя. Сейчас по размерам мы запустим, и по размерам я вам все расскажу, то есть по фактическим размерам самой колоночки. Итак, едем дальше. Так, смотрите, высота колонки 25 сантиметров, ширина 12,5 сантиметров и глубина 12,5 сантиметров. Вес 1,7 килограмма почти. Друзья, это чистые размеры, чистые параметры самих колонок. Итак, давайте мы запустим, как они включаются. Колонки вышли, ну, может, несколько месяцев назад, может, ну, около того, потому что они уже у нас продавались, да, но дело в том, что только руки к ним дошли, как бы, ну, запустить, сделать такой ролик. Так, ну, запуск такой интересный, не такой, как у всех, в принципе, бум-бум, что-нибудь такое. Так, что мы видим, маркировка, да, все по-нашему написано, видим мы серийник, да, дата изготовления 24 год, есть хорошо, мощность 60 ватт, батарейка 6000 мАч. То есть производитель и, соответственно, серийник. То есть, ну, серийник, маркировка М29. Я имею в виду модель. Вот, панель управления. Давайте мы сейчас что-нибудь музыку запустим. Так, запустили. Что мы видим? По панели управления. Давайте посмотрим. Итак, переключатель у нас громкости, да. Также у нас кратким нажатием. Кратким нажатием. Сейчас краткими нажатиями у нас убавляется громкость, и долгим нажатием должно быть, да, долгим нажатием, когда вы держите туда-обратно, то есть это у нас переход на новый трек, то есть переключение вперед либо назад. Так, такой мы видим ремешок для переноски, то есть, чтобы держать, потому что, ну, в руку, как бы видите, да, немножко вот прям охватить тяжко. Вот, поэтому для этого есть ремешок. Правильное решение. Пластик, резина, ткань, пассивки, пластмассовая, светяшка тут. Ну, короче, все прикольно. Логотип резиновый. Я вам скажу так. Вот что по качеству материалов. Достойный качество. Да, даже можно сказать, ну, наравне с кем. Да, да, в принципе, все их так штампуют, что... Такая же, в принципе, ткань я видел на хопстарах, можно сказать. Даже на хопстарах, возможно, даже немножко чуть-чуть похуже. Вот, потом, единственное, что вот сейчас обратил внимание, да, вот такие, знаете, вот стыковки, я имею в виду, ну как стыковки, видите, да, ткань вот получается. Вот эти соединения, немножко это видно, но практически на всех. Чтобы, знаете, тут купил, думаю, мне какая-то бракона. Нет, нет. Это соединение, видите, вот стыковки. Если видно, да, вот. Ну, видно, да, вот видите, такие как бы, типа, строчки, не строчки. Это, видимо, подрезали, их стыковали, вот эти все. Вот, поэтому, друзья, имейте в виду, что вот, также внизу чуть-чуть есть. Ну, это не критично. Также на серенькой. Вот, сейчас повыше поставлю. Также вот на серенькой. То же самое. Ну,
чутка это видно, как бы, да. То есть я думаю, это не критично. То есть, если что, имейте это в виду. Так, что еще? Сейчас, секунду. В принципе, тут я все показал. По панели управления давайте. Так, кнопка мод — это у нас переключение на Bluetooth, переключение на флешку. Потом подсечка у нас регулируется краткими нажатиями тоже. Разные режимы. Сейчас посмотрим, когда она будет отключаться. Так, попробуем долгое нажатие. Все, друзья, долгим нажатием она вырубается. Включить кратким нажатием. Кнопка включения. Включение. Это у нас режим TVS. Потом подключим. Плей-пауза. В принципе, все понятно и доступно. Так, класть на бок. Когда ее можно? Ну, не знаю. Разве что так ее... А, не, можно. Почему же? Вот, тогда получается класть на бок, чтобы вот... Вот тогда с флешкой не пойдет, понимаете, да? Либо флешка должна такая, чтобы она минимальная была сюда. Потому что вот это, видите, как подставочка сделана. То есть она может стоять вертикально, может стоять вот так вот горизонтально. Так, резиночка у нас тут все закрывается. Входы мы тут видим у нас AUX, TF-карта, зарядка Type-C и вход USB. Также индикатор мы видим зарядки. Ну, кто поставим, проверим, горит он, не горит. Либо, может, где-то индикатор отображается, а нету там, ну, как-то в световом этом элементе. Либо, может, здесь. Еще не пробовал, не ставил. Ну, уже не столь важно. Думаю, в любом случае, где-то есть какие-то опознавательные моменты, что идет заряд, либо зарядился. Итак, что еще хотел сказать? Так, TF-карта я сказал. Ну, да, в принципе, все. Сейчас посмотрим характеристики комплектации. Итак, что по комплектации? Инструкция, мы видим все по-русски. Такая коробочка, там переложки. То есть вот такая вот сама коробка с пенопластом совсем, да. То есть в комплекте также идет Type-C переход на USB зарядка. Ну, доставать не будем. И кабель AUX. Так, что нам пишут тут по характеристикам? Итак, смотрите, что у нас, так, стандарт связи, короче, Bluetooth у нас 5.3, дальность передачи 10 метров, потом у нас, так, выходная мощность 60 ватт, время воспроизведения 4-6 часов, два динамика по 30, получается здесь, друзья, два динамики. Динамики 78 мм, то есть уже есть плюс, что хоть пишут там обозначение динамиков. Так, входная мощность 5 вольт 2 ампера, максимально, так, потребляемый ток 1 ампер. Батарейки видим, да? Литий-ионные, 6000 мАч, 18650, это маркировка батарейки. Так, стандарт режим для наушников. Ну, в принципе, все. Форматы, вот смотрите, что поддерживается. В принципе, все понятно, я думаю. Все просто и понятно. То есть, ну, единственное, значит, на что обратил внимание. Ни для кого не секрет, что данная модель — это китайский производитель, да. Единственное, что вот мне непонятно, да, было так вкратце, только открыло, сразу обратил вот внимание, да. А, режим TVS есть, радио FM, друзья, нет. Так, смотрите, что написано. Наслаждайтесь музыкой, наслаждайтесь жизнью. Благодарим за выбор Mivo M27. Прочитайте внимательно перед использованием. То есть, причем тут M27, непонятно, если это модель, блядь, M29. Ну, уважаемый производитель компании Mivo, да, то есть, обратите на это внимание, да, что... Они могут быть, наверное, скорее всего, похожи между собой. Ну, решили как бы вот не заморачиваться, как бы, да. Но тем не менее, друзья, чтобы, знаете, никто не доколупался, думаю, мало ли, может, что-то не так мне. Вот, смотрите. То есть это не критично, но тем не менее. Итак, что еще? Давайте посмотрим, как она может стоять. Плотно ли крышка закрывается? Да, крышка закрывается, не выпадает. Стоять может она свободно, в принципе. Ну, короче, нормально. Давайте на твердую поверхность поставим. Вот. Более такую. Так, подожди-ка. Все, все, все нормально, все стоит, все хорошо. Так что, друзья, такой был обзорчик.
по звуку, в принципе, более-менее нормально. Я не сказал бы, что прям вау, там идеально. Ну, 60 ватт, ну как, оно достаточно хорошо. Сейчас давайте попробуем переключить. Перемотки, как понимаете, нет. Так, громкость вся. Бас-буста нет. Примерно метр. Друзья, такой был обзорчик. Там еще будем качать. Я, как всегда, все делаю распаковку. Пока говорю предварительно, друзья, потому что дальше будем больше это сравнивать. Потом подключим по ТВС. Ну, в принципе, все. Друзья, спасибо за внимание. Такой был обзорчик. Для заказа, друзья, цены сейчас не очень хорошие. Пишите по данным номерам, закрепленным в комментариях. Ой, по данным номерам, по данным роликам, закрепленным в комментариях. Будут все контакты, как заказать. Можно у нас, можно у наших партнеров. Название магазина, ВКонтакте, да, наш сайт muzon.ru, там наш телеграм, все есть, пожалуйста. Пишите, цены у нас хорошие. Так что отправим в Россию, Беларусь, Казахстан. Всем добра, до свидания.